Так, всем приветик. Сегодня я хочу показать свои покупки. Сегодня я посещал свой подержанный магазин, где свозится вот такая вот красота. И за дешевые цены. Это вот такой мока-сервиз небольшой на 6 персон. 6 тарелок, 6 чашек. Правда, одного молочника нет, но сахарницы хоть с кофейником остались. Очень уж красиво понравилось мне. Здесь вы видите майсенские букеты. Очень красиво все. Все золото на месте, на крышке тоже букетики. Это у нас Тиршенройд. Сервис. Так, теперь большой вот сервиз. Сегодня я ухватил на 12 аж персон. 12 чашек. Такие рельефные в стиле барокко. Тоже майсенские букетики. Это у нас Хученройтер, Дрезден. Это овальная тарелочка, можно под селедку что-то мне на стол подавать, в ней тоже также Дрезден Хученройтер. Так, эти чашечки. Так, сейчас тарелочку покажу. Такая вот тарелочка. Красивая. Пирожковая. Очень красивая тарелочка. Майсенский букет. Посередине, по бокам. Вся в букетиках. Очень красиво. Редко такое увидишь. Редко, очень редко попадается. Чтобы весь сервиз, да еще целый попался. А то бывает вроде красиво все, а он уже золото послазило все. Повесь царапанный. Где-нибудь скола есть, найдешь. И приходится не брать такие. А вот это мне понравилось. Такая большая квадратная плата. Типа подноса. Тоже рельефное все. Потом идет кофейник большой. Там богато все золотом. Букетами. Золото все с двух сторон. Рисунки. Это не сервизный вариант. Есть с одной стороны только. Бывает. Букеты. А с другой стороны белая сторона. Но это такой вот богатый люксовый считается фарфор Германии. Молочник. Тоже такой рельефный. Интересный. Маленький кофейничек. Также сахарница, держатель розы везде. Золото все на месте. Чудесный. И вот такой вот заварник дутенький. Интересный такой. Там есть отверстие. Внутри.
под заварку, чтобы не вылетало. Так вот. Вот такой вот большой сервиз. Так, следующий. Следующий это у нас это под украшение, под кольца, под цепочку. Я до этого не знал, но мне написали, для чего это. И вот я решил взять. Никто ее не брал. Я вот решил взять. Потому что я узнал, для чего это. Другие нам тоже не знали, для чего, поэтому и не взяли. Так, вот такая мок-пара. Люстровое покрытие. Очень интересная красота. Вишневый рант. Тоже золотом. Цветочки. Город Франкфурт ам Майн. Рёмер. Старый. Старый город. Так. Молочник. Хотел взять трио. Но кофейник был поцарапанный, глубокие царапины были, нашел я. И на сахарнице тоже пришлось не взять. Взял только вот этот более-менее еще сохранился. Английский молочник. Потом от КПМ три тройки вот выбрал я из всего набора. Кофейник был расколотый и приклеенный на самом горлышке, на кончике. Заметно сильно. Жалко. Пришлось его оставить. Тоже с двух сторон рисунки. Тоже не буфетный вариант. Сахарница такая интересная. От КПМ Кристер. Пирожковая тарелка такая вот чудесная. Тоже вся в цветах, в букетах. В чашке тут букет. Внутри, снаружи маленькие. Здесь вторая. А здесь наоборот. Снаружи. И внутри два маленьких. Прикольно. Вроде один и тот же сервиз. Наверное, три таких было, три таких чашки. Все. На этом будем заканчивать. Да, еще вот эта ваза. Завор 50. Я тут взял ее. Тоже у нас от Тершенройд. Старенькая. В хорошем состоянии. Все. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся, кто не подписанный. Всем пока.